Академик Кроха представляет. Какие красивые цвета у фрагментов. Я уверен, что в итоге мы увидим замечательный вид транспорта. Угадайте, что это за транспорт изображен? Это крупнотоннажный грузовой автомобиль. Вот такой вот сюрприз для вас, малыши. Крупнотоннажный грузовой автомобиль – это транспортное средство, способное перевозить большие объемы грузов. Он обладает большой грузоподъемностью и может перевозить различные товары, от строительных материалов до продуктов питания. Крупнотоннажные грузовики широко используются в логистике и экономике, чтобы осуществить перевозку грузов на длинные расстояния. Не прекращаем наслаждаться. Дальше все будет еще более захватывающим и интересным. Молодец. Ты так хорошо справляешься? Сейчас мы соберем картинку из фрагментов транспорта и посмотрим, что у нас получится. Уверен, будет замечательная картинка. Отлично. Картинка транспорта готова. Кажется, это электрокар. Какой сюрприз. Электрокар – это автомобиль, который использует электрическую энергию для передвижения. Он не использует бензин или дизельное топливо, а питается электрической батареей. Электрокары обычно тихие, экологически дружелюбные и помогают сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Продолжаем наслаждаться просмотром. Следующая сборка транспорта обещает быть не менее захватывающей. Отлично справляешься. Теперь давай соберем картинку из этих фрагментов и посмотрим, какой классный вид транспорта у нас получится. Ты настоящий мастер. Мы сделали замечательную картинку с транспортом. И угадайте, что это? Это скрепер. Очень интересно, правда? Скрепер – это большая машина, используемая в строительстве и горнодобывающей промышленности. Он предназначен для сбора и перевозки материалов, таких как грунт, песок или гравий. Скрепер имеет большую емкость, чтобы увозить большие объемы материалов с одного места на другое. Едем дальше, впереди нас ждут еще более интересные виды транспорта. Ты просто умница. Соберем картинку из этих фрагментов транспорта и увидим, какой красивый и интересный вид транспорта у нас получится. Уверен, тебе это понравится. Мне очень понравилось собирать эту картинку. Теперь мы знаем, как выглядит снегоход, правда? Снегоход – это транспортное средство, специально разработанное для передвижения по заснеженным или неровным поверхностям. Он оснащен гусеницами вместо колес, что обеспечивает хорошее сцепление со снегом или льдом. Снегоходы часто используются в зимних видах спорта или в удаленных районах, где дороги не обслуживаются. Не прекращаем наблюдать, с каждой минутой все увлекательнее и интереснее. Очень интересно. Я уже представляю, какая будет эта картинка транспорта. Поглядите, какая замечательная картинка у нас получилась. И что бы это могло быть? Думаю, это грейдер. Правда? Неожиданный сюрприз. Грейдер – это строительная машина, которая используется для выравнивания и придания формы грунту или дорожному покрытию. Он оснащен специальным режущим оборудованием, которое уравнивает поверхность и удаляет неровности. Грейдеры помогают создавать плоские и гладкие поверхности, что делает их незаменимыми в строительстве и обслуживании дорог. Поехали дальше. Впереди нас ждут еще более захватывающие виды транспорта. Каждый новый фрагмент добавляет больше деталей к картинке транспорта. Это так увлекательно. Это такое увлекательное занятие, собирать картинку из частей и подглядывать, что получится в итоге. О, смотрите, какую классную картинку мы собрали. Это лондонский метропоезд. Правда неожиданно и весело? Лондонский метропоезд – это поезд, который используется в лондонском метро. Этот тип поезда был разработан и введен в эксплуатацию в 1996 году. Он имеет современный дизайн, комфортабельные сиденья и оснащен различными системами безопасности и коммуникации. Лондонский метропоезд является надежным и удобным средством общественного транспорта для жителей Лондона и туристов. Продолжаем наслаждаться просмотром. Следующий вид транспорта обещает быть невероятным. Что же будет на картинке? Очень интересно, какой вид транспорта получится в результате. Не могу дождаться, чтобы узнать.
Смотрите, ребята, какую картинку мы собрали. Это транспорт. И что-то мне подсказывает, что это буровая машина. Как вам такой сюрприз? Буровая машина – это специальное техническое оборудование, используемое для бурения скважин или отверстий в грунте или скалах. Она оснащена большими вращающимися бурами, которые проникают в землю и создают отверстия нужного диаметра и глубины. Буровые машины применяются в различных отраслях, включая строительство, горнодобывающую промышленность и нефтегазовую промышленность. Здорово! Великолепно!